Всем привет, дорогие зрители, вы находитесь на канале Криптосфера, и мы с вами продолжаем обозревать новые интересные криптовалютные проекты. И в этом же видео мы с вами продолжаем обозревать проект под названием Bull Perks, или же Bull Perks. Погнали к обзору ихнего кошелька. Вот, ребята, мы уже перешли на ихний кошелечек, все ссылочки будут в описании, и на кошелек я оставлю, и также на ихний сайт. Ну, в принципе, на самом сайте есть ссылка на их кошелек. В общем, вам нужно будет зарегистрироваться. Регистрация очень простая. Вводите свой email, вам приходит на email сообщение, вы переходите и дальше добавляете, подписываете контракт с их, ну просто добавляете их токен себе в MetaMask кошелек и подключаете. Вот можете видеть, я уже подключил свой кошелечек на эту платформочку, на этот кошелек, на этот сам кошелек. И что здесь вообще можно сделать? Во-первых, вы можете разблокировать их токен и потом спокойно инвестировать здесь. Мы с вами перейдем в портфолио. Что вам нужно для этого иметь? Это нужно иметь маленькую сумму BNB. У меня сейчас нету, поэтому я не смог его открыть. Там буквально, я не знаю, ну 10 центов на BNB. Потому что, ну, это обычные, можно сказать, оплачиваете комиссию и открываете ваш счет. Здесь есть также вот старые токены, где вы тоже можете открыть их, у них есть старый токен. Ну и здесь все, пока что на этом все. Также здесь вы можете пройти Qs, у вас будет больше доверенности, больше возможностей. Вот здесь можно посмотреть, пройти. Я не буду проходить Qs, так как мне пока что это не надо. Здесь вот появилось у них, есть IDO. И тоже вот можно увидеть их инвестиции, то же самое, что было у них на сайте. IDO достаточно интересная тема, так как вы можете покупать токены, которых еще нету в продаже на биржах. Допустим, Moonsun, Mooncash, вот можем видеть. Я говорил, что это достаточно хороший токен, можно его закупить. И мне кажется, я все-таки когда-то закуплю его, потому что он достаточно прогрессирует. Начнется через 2 дня, это на Binance Smart Chain. Также у них есть Staking Pool. Но у них здесь пока что только свой токен. И когда проходишься по вкладкам, то здесь ничего нет, ну кроме самого их токена. Вы можете закинуть сюда, так же как и вывести. Вот этот Staking Pool. Сколько токенов вы будете получать, процент все вам покажут. Пока есть комиссия 0, это очень отлично, ну как мне, как по мне. Но когда токены будут расти, конечно же, комиссия будет подниматься. Farming Pools у них тоже есть. Это то же самое, вы можете фармить их токены. Все отлично. Портфолио. Вот это портфолио, то, что я вам показывал, что у них здесь сида. Сейчас пока что здесь ничего нету в их портфолио. Вот есть всякие сиды, где покажут всю вашу информацию, что вы вообще делали, как. Вы можете посмотреть спокойно все ваши транзакции, все ваши операции, которые у вас были на этом кошельке. Вот. Я пройдусь, посмотрите. Всем спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал. Это был проект Bull Perks. Мы с вами сегодня разбирали их кошелек. В прошлом видео разбирали их сайт. Ссылочки все будут в описании. Переходите, подписывайтесь. А всем пока.